Я же говорю, забор делал. Как ты на даче? Ну да, у меня же завтра выходной. Ага. Пятница. Пятница. Работа. Будь здоров. Полный провал. Раньше они уже кандидаты на выезд, хотя сезон еще только начался. Посмотрим, что игроки смогут показать по ходу чемпионата. Хочу трюкач. Нормально. Хороший начал. И неожиданно, и красиво. Можно никуда не спешить. Что? Офсайд зафиксирован. Офсайд? Лол? Смотри, где. Да, это самый... Трэш, конечно. Блин. Ребят, следите за офсайдом. Конечно, странно вообще. Да блин, я ж не думал, что прям вот здесь вот. Они дико будут все брат. Стоять на линии. Дико удивлен. Хорошо. Да что такое? Бот нарушил. А, бот, типа. Ёп твою за ногу, вот тебя чехенки, так же решай. Не только ты, я тоже. И выйти не могу. И я. Стенку ступил, дети. Стол. Следующий подцепил. Пип! Ой-ой-ой. Я не знаю, что это было. Это что такое было? Это был пас. Кройте, ребят, ну центр надо. Да что такое, блин? Что за бред? Да всякий там был. Там же видно было, мы все встали в линию. Нарушение правил. Нет. Юрий, давай попробуем на тебя. Давай. Что это? Это что за бред? Хороший бой. Уверенное действие. Что у меня с джойстиком? Так, центр, центр. И вот потеря в центре. Хороший лечи под плечиком. Хорош, ну, давай, давай. Будем, блядь, тоже так. Давай, давай. Ёб твою мать, дебил, куда он бьет? Что, офсайд еще? Видимо, да. Так, собрались! Давай, сейчас попорвем, враги. Жесткая борьба идет за это. Хорош. Такого стандарта вполне можно. Какой это? Вообще бред. Да. Ближнего там, смотрите, ближнего держите. Дальнего вон, смотри, стал. Тихо. Отпасовывать под удар будет. Пас и под. Хорош. Если никого впереди. Не, подожди, подожди. Всех стенки стояли просто. Все, теперь спокойно. Лучше уж подождать пока. Вынос. Да, держи. Хорош. Ё-моё. Да ёп! Лёха мимо туда сел. Ага. Ну, ты видел? И все время, знаешь, пролетает такой мимо меня. Я на него смотрю, бля. Ёб твою мать, одно выбить надо. Блять, лежит, валяется, вернется. Так не теряй мяч, пожалуйста. Не теряйте, сейчас он защитник поднимется. Сука. Да, и снова форшмачили. Лишний этаж не только у тебя так. Ясно. На линии он не берет, он вообще с ума сходит. А ну,
Он нажимает потом бить-то. Сань. Юр, давай, даю, даю, даю. Блять, бот, сука, ты бил. Я нажал отпор, потом посмотрел, что я чуть не класс нажал. Глава взял. Нет, от него же. Нет. Ты скинул, да? Это что, мяч нельзя, блядь, пощупать или что? Блин, полный. Чую карточек, хватает. Большинство мячей головой выигрывают именно защитники, им проще готовиться. Есть время, есть место, можно... Я не знаю, я... Пасы не работают. У вас, блядь, такое впечатление, с ТикТока вперед, блядь. Вертинь, Леха. Я серьезно говорю, как будто у меня... А я серьезно говорю, вот у меня... Так я второй раз пас даю, он типа тупо вперед дает. Вот я удивлен, потому что... Или ты думаешь, что я, блядь, туда вперед иду? Ну вот, вроде не похоже, что тебя все время вперед пристроили. Держите там, нет, чё, я маленький. Фазенда, блин. Нормально. Я вынул. Хорош. Ё-моё, нож. Это кобр. Перехват середины поля. Всё. Это вот странно, тоже Ваня. Ну, Ваня ушёл стоит. От него. Это комментаторский штамп, но я думаю, что помнит буду я. Вместе, вместе, вместе. Давай. Вверх-вниз. Вот Юр. Я помешал там, да. Согласен. Открывает. Братан, почему? Как это? Не спеши, не спеши. На мой взгляд, какая-то бреда игра происходит. Закрывай. Хорош. Пиздец. Я не прямо влетел. Это вот... Я попросил, если честно. Ты попросил? Да, ну я там внизу был. Ну, я думал, как раз мне катнет, а вы как раз зайдете. Распасуемся на... Я не знаю, блядь. Ну что это за прием? Хорош. Еще раз. Хорош. Сейчас. Мяч отобран в середине поля. Я думал, что боту все-таки будет идти до последнего. Навес будет, скорее всего. Сейчас за то, что же держу. Приглашает вингера к коротку. Ой-ой-ой. Нормально. Я ж поэтому и боюсь ему мяч. Поэтому и ой-ой-ой был. Мешай, Сань, что ты туда летишь? Я возвращался, нажал ЛТ, а он еще пришел. Блять, даю на Леху. Я сейчас после первого тайма точно перепроверю джойстик, блядь. Я говорю. Я уже выключил и включил. Да ну как, вот я же перехватываю, видно же. Хорош. Блять, если был бы пенальти. Это лишним. Скинешь. А че он не свистнет тут? Да потому что мяч не унес. Очень важный и нужный для защиты перехват. Я проверяю просто. Бред, бля. Какой бред. Насчет первого тайма справедливо. Он сам вам расскажет. Мне кажется, что вполне себе справедливо. Ну, где ты по нулю управления, блядь? Конечно, справедливо.
Отличные команды, не выйти случайно. Игра. Впереди еще целый тайм, но... Ой, кнопка мышки. Вот сейчас... Да я нашел, она не открывалась первый раз. Отдохнуть и подготовиться к следующему тайму. Ребят, надо выигрывать. Давайте без... Да надо паники. Нормально, блядь, все. 11 игроков. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Стой. Блядь. Вторая, она же, как чаще всего бывает, последняя. Добавили? Хорош, все. Опытный смещ. Понти. Морисон. Леха. Хорош. Давай. Блин. Да не было. Вот как видим, опасная атака. Это не только голевой момент или удар из удобной позиции. Бывает и вот так. Я вижу, ты отмагнитился, ты и пошел. Это нормально, только ты поспешил, потом спал. Да, просто это немножко, конечно, страшно. Давайте. По фан. Хорош. Выиграть. Просто аут, просто из-за боковой. Ага. Хорош. Раньше. Развивается атака. Ну же! Все это. Я вообще ничего не видел. Бьёшь. Меня ты бьешь. Чего? Чё ты меня, говорю, бьешь? Причем тут я? Я бью тебя? Он подбежал, так ломанул мне. Если есть возможность ударить, попробуйте, если есть возможность. Итак, вот эта атака не заканчивается, хотя вроде бы открылся, вроде бы принял, вроде бы, но покажется даже ударил. Я там и стоял в прошлый раз. Это ПП, ОП, поднимитесь наверх и цоп немножко тоже, а то тут цап, он такой, блядь, хуйня. Вот такие минуты, хера себе, блядь. Я же говорю, хуйня, на фан. Разряжает обстановку и спасает команду. Бля. Эпизод вот. Закончен. Бот на бот это. Месси. Догонит, блядь. Закончен. Армуль. Видите? Корпус поставил. Не бегите. Да, да, ЛППП, не убегайте. Скинешь? Mm-mm. Я уже видел, что я проиграл, блин. Такое ощущение, что он назад пытается скинуть. Катится. Кто? Фазенда. Давайте, ребята, подбирайте меня. Есть это такое. Ох. Мог отскочить, наверное, и в другом направлении. Да ладно. Наш. Это Андрей просто найдет. По флангу своему просто пинает. Я не могу там закрывать. Ну, вот что? Как вот тут я проиграл? Если там я видел, что я проиграл, то тут я не согласен с ним, что я проиграл. Хорош. Давай. Говно. Да, я понимаю, что куда попало, но это и требовало. Раньше. Босс мешает. Там босс вообще. Ты, наверное, Юрка попросил, а он тебя пропустил. Не, не просил там. А там же парфюмер с мячом был, как бы я там попал. Да? Что может быть, это и вправду второй Марадона, это Месси. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Своевременный перехват. Вынос. Можно перевести дух. Да, не ладно. Аут! Блин, а. Не то. Блядь, я как плавно. Как так, блядь? Хорош, красавчик. Лёха просто сухой. Вот далеко. Крест. Хорош. Сука.
Да ёп. Блять. Хорош. Ну я же не знал, что он такое говно отдаст. Я. А, ты пятка думал, что у нас? Да нет! Просто пас. Все. Блять. И со второго этажа пас делает своему партнеру. Хорошо. Этот перехват ослабит давление соперника. Очень вовремя. Блин, ну хоть раз. Образцовый отлично показал игрок. А до ворот-то не так уж и далеко, вполне возможен удар. Заговорился ваш покорный слуга. Заговорился, а мяч уже у соперника. И вновь не точно. Кто-то с ним сегодня не тот. Фланговая передача в штрафную. Думаю, да блин. Ну блять, дебилы, боты. Уже второй раз запорол. Заебал там стоять, вот реально. Хоть надо, бы наверное, попал. Надо, ставить. Не так что. Ставь, наверное. Без цапа, что ли, блять. Это там пиздец какой-то. Защиту. Великолепное исполнение паса. Если б ты мне, Лёха, сразу дал, офсайда не было, слева был чувак. Слушай, ну вот насколько сумел вперед выкрутить, настолько дал, честно скажу. Сразу? Ладно. Даже практически сразу. Где? Куда? Он что, издевается, что ли? Я тебя говорю. Подождите. Чё он не встает, ёп. Хорошо. Сука, инвалид ебаный, блядь. Только что лежал, блядь. Похоже, потянул мышцу, а ведь контакта не было. И вот удар головой. Ситуация была очень опасная. А по тому, как мяч забрал наверху, кажется, что и не было ничего. Так, супер защитный. Пипец. Все, а сайт зафиксировал линейный. Поставь супер сайт. Там опасно. Как я, блядь, в офсайде оказался? Как я вот тут оказался в офсайде на линии? Ну что, так же было и без компьютера. А ударить-то был. Бред. Давай. Давай. Да. Отлично. Это пиздец, вот эти вот мгновения. Ребята, я так не боялся убежать. Опустите сейчас все в защиту. Опуститесь все в защиту. Не надо, не бегите, уйдите оттуда вообще. Опустите все, прессингуйте. Форварды прессингуют, а остальные здесь. Фазен так расставит. Хорошо. Не бегите все вперед. Фазен, не бегите. Сейчас подожди, не выбивай, не спеши. Пинч по флангу, да? Нет, не надо его держать. В центр, в центр, просто в центр выбивай, да и все. Не бегите. Поэтому он сам, Юрка, он там за... Не бегите. Сзади будете вместе. Да, ну такое говнище матч, это пиздец. Ну а что бывает? Зато прошло говнище. Между ног вратарем. Сейчас я пасу, и мы готовы. Эпизоде. Таким образом собирают вот так, собственное мастерство и умение. Да, воедино. Пинг-понг, да, Андрюха, так и есть. То есть это не игра, которая опустилась с небес. Это то, что называют англичане степ-бай-степ. Это действительно... Ты козёл, Юрка. Чего? Опять мне Голливуд не слышит. Да хоть выиграли, то хорошо. Спинь, я уже, блядь, как, блядь, лупанет сейчас свой рот, блядь.
Представь себе мимо.